Всем здорово. С вами Капик. Записываю финал турнира на денежку. Играют Сол и Фудомайн. ХЗ, что будет по музыке. То есть, не знаю, заблочат ли. Если заблочат, то запишу по реплею с другой музыкой. Солыч делает виспа пока. Акаши у него есть. Нормальный старт. Так. У Фудомайна есть райдер. Если я ничего не путаю, райдер и турелька в одном слоте. Да. Он поставил полярника, райдера, сделал рерол, ну то есть сделал отвод, сделал рерол, появились турели, решил поменять, думаю, это более хороший вариант. Также сделал одного виспа плюсом. Так, тут без отвода, ну да, здесь через две акаши по стандарту. Ну, Фудику прочитать Акаш будет, думаю, проблематично. Можно их спутать с другими юнитами. Добавится турелька. Нисаба на второй засылает. Сол ставит вторую акашу в интересный слот. Друг за другом. Не засылается. Возможно, захочет орка кинуть на 3. Возможно, и на 4. Увидим. Но с 4 здесь проблемы, да. Мишка тут умрет быстро, а у турелек неподходящий тип армора. Поэтому засыл на 4. Мог бы пробить серьезно. Посмотрим, что решит Сол. Так, тут простой деф, посмотрим здесь. Может быть, пропуск вполне. Фокс пошел равномерно. Поэтому будет деф в ноль.
Видимо, поэтому он так и ставил Акашу. Они в одной точке, получается, стоят практически. Так. Будет он делать 4-1, да. На третью он не планирует засылать, хочет на 4. Очень грамотное решение получается с его стороны. Видимо, понимает, что там есть какой-то сплэш. Может, реально туретку прочитал. Ну, будь там морфы или туретки. А, нет, кинул он на 3 урсу. Но при этом он также сказал 4-1. Так, ну, третий фудик должен дефать. Урса застопилась. Нет прохода. Замедло. На нее работает. Ну, не саба дефлит в ноль здесь. Три турели живые. Солуч добавит третью акашу, скорее всего. Да. Несаба заказывает беспов, ламбер. Четвертый бот деф таким же раскладом. Четыре турели и полярник. Так, четвертая без засылов. Интересно, что будет дальше строить сол. Не будет ли он вообще что-то строить. Пятый он так пустит. Даже без засыла. Скорее всего, только при мощном отводе он может дефнуть тремя акашами. Так, заказывает виспа. То есть, видимо, ламбер он не планирует делать. Планирует что-то достраивать. Так, тут 4 турели. 3, точнее. Уже 2. Извиняюсь. Так, сол делает 4-1. Поставит отвод. Отвод у него шикарный. Да, еще и тележка за 70. Супер мощный отвод. Будет соло акашами, похоже, играть. Так. Несаба доставляет пятую турель. Шестой апнет Магнуса. Будет у него заебись деф. Имеется у него уже 5-2. Сидит, копит. Сол тоже копит, но у него 6-1. То есть он не тратил лес на ап ламбера. Ну, а по идее, он должен это делать, потому что с акашами можно седьмую отлично дефнуть, с таким отводом тем более. Так, 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 главное хорошо стакнуть, стакнуто в меру. Так, потихоньку тут здесь отлепляются птички. Так, что-то подлагивает немного. Так, здесь простой деф с турелями и полярником. Смотрим, как будут. Ну, три акаши с хорошим отводом, да, изичева дефует пятую без засыла. Равномерный фокус, все дела. Думаю, 6-3 ему делать не стоит здесь, потому что у него проблемы с восьмой волной, и плюс он на 7 тогда вообще ничего не кинет.
Но он все-таки заказывает 6-3. Ну, он кинет, допустим, Урсу, Хермита и немного мелочи, но Фудика это не сильно пробьет. Думаю, нулевым кингом он сможет отдефать это. И с Магнусом, и турелями он шикарно дефнет. Обычный стандартный засыл без орков, там, без виверн. Ну, здесь, похоже, просто реализация пика. Делается высокий ламбер, потому что есть возможность хорошо дефнуть седьмую. Пораньше сделал ламбер. Но вот что он выберет. Так, доделывает он себе виспа последнего. Так, Фудик засылает. Подкидывает пока мелочь. Ну, короче, будет кидать пока мелочь, и потом кинет уже без инклома Хермита, скорее всего. Так, что он будет доставлять? Скорее всего, мне кажется, он апнет турельку и доставит вот. Так, здесь Акаша, одна осталась, пропуск трех големов. Хватает на четвертую Акашу с инкомом и пропуском, ему точно хватит. Но с восьмой будут дикие проблемы. Да, он апает кинга. Уже есть 3 атаки и 2 хп. Фудик это уже должен был прочекать. Ну, то есть проверить. Заметить, так скажем. Да, он уже виспа заказывает, потому что не боится, что ему что-то придет. Так, 4 атаки. Да, под 8-ю волну затачивает кинга сол. Там у него будет больше всего проблем. Апает с турелька, скорее всего. Но, да, он апает ближнюю, чтобы она танковала. Правильно. Без отвода играет, потому что он ему не нужен. Потому что соперник апает кинга. И палит это. Так, Хермит пошел. Засол в районе 4 соток. Может чуть больше, тут 4 Акаши. Деф будет хороший. С таким отводом. Да, он может стакать инкомных. О, у него чуть-чуть. Давай Хермита тогда. Так, 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 так. Херак, херак. О, Урсу забьют, походу. Да, Урсу убили. Да, хороший деф. Сол делает 7-4, скорее всего, у него волна. Фудик заказывает 7-3 только. Пропуск. Ну, сейчас получается. Пропуск работает на соло. Раньше реализации инкома, раньше апкинга. Раньше начнет копить куда-то. Магнусов там уже нет у Фудомайна. А, нет, стан у него. Ну, тогда 7-4 довольно опасно. Хоть у него и уже кинг чуть-чуть подапан, но так он еще и засылает. Ебать, дерзкий. 4 Акаши. Капитана бы сюда кого-то. Или деревяшку за 130. Ну, телега тоже вариант, но так себе. Пропуск у него все равно без засыла происходит. Ставит он, чтобы тележка начала в себя впитывать тычки первых околитов, которые завернут кашей, чтобы подольше жили. Да, ставит он именно так. Так, Фудик доставляет турельку. Будет, наверное, еще... Да, апает. Видимо, кроме турели у него ничего в пике нет. Видим, что 7-3 он отменил. Боится засыла. Здесь идут ауры. Без мелочи. Видимо, Сол понял, что там есть сплэш. И невыгодно слать мелочь. Что у него с кингом?
Но ему сейчас надо будет кинга хапать. Есть у него уже, по-моему, 3 регена. Да, 3 регена. Так, Урса пошла разъебывать турельки. Так, Сол пропускает без осыла 22 штуки. Опасненько. Так, тут пропуск будет совсем маленький. Фудик может дыхнуть это голым кингом. Но он уже его апнул. Делает 7-3. Здесь на пломбира не хватило. Сол апает кинга, чтобы без хила отделаться на 8-й волне. Но такая раскачка, возможно, ему не поможет. И он все равно сольет хил. Хотя есть 3 регена. И много хп. И убивает он с 3 тычек. Нет, хил он здесь не потеряет. Че у Фудика? Так, Фудик вынужден ждать окончания волны, чтобы сказать 7-4. Несава закидывает на 9. Тут уже 4 регена. Так, Сол что будет делать? Ставит он Вандерера, апнет. Ага. Да-да-да. Он врубается, что немного опасно на 9-й таким же раскладом оставаться. А поэтому Вандерера, то есть магическая атака, минус армор, то есть поможет 10-ю дефать и поможет 9-ю задефать. Ламбер не стал делать. Должен с отводом более-менее дефать 9-ю. Здесь некр добавился. Так, Урса Хермит, здесь же Сол еще сам решил заслать Виверну и Хермита. Ну, Сол тут пропустит прилично, мне кажется. Сап тоже пропустит. Так, здесь 16. Но есть кинг, который задефает. Здесь 11. Не супер большая разница, да, 5 зомбарей. Поэтому... Ну, в плане инкома получается, что Сол немножечко впереди. Да, Нисаб сейчас сделал уже 7-5 пораньше. Но именно сама реализация у Соло, по мне, лучше. Подкидывает он на 10-й, мелочь. Так, Нисаба пока ничего не делает. Так, вот пошел апкинга. У Нисабы 2 регена. Может быть, это 6 какой-то. Питлорд, Грифон. Хадес. Ну, Хадес вряд ли. Грифон. Так. Продается тележка за 70, ставится антигуля. Так, банша здесь сагрится. Тут мент идет. Так, доставляется вот-вот агрящий юнит и антигуля. Апается некр. Ну так. Вроде тут много урона.
по басам, но фокус может пойти неравномерно. Так, тут просто грифон, да. Мало вэли очень. На 7.5 есть и отвод. Так. Так, сейчас надо стакнуть, чтобы в акашу был фокс. А, ну нормально. Да, тут деф 0, потому что по фокусу все ложатся. Так, здесь пропуск одного. Не саб кидает на арену. При этом у него есть лес. Кинг капнут слабо, но он им дефнет. У соло также есть лес. Но ламбера ему не хватает. Вынужден ждать окончания волны. Тоже подкидывает на арену. А, не собак, ну хп, скорее всего. Соул заказывает 7-6, апнул на тележку из клетки. Хотя мог сделать 7-7, в принципе, но у него мало вэли, поэтому он решил вступить так. Так, кинул он на арену тележку за 340. У Нисаба есть тайды. Какая-то 17-я волна смотрится очень хорошо. Так, Акаши просто вырезает этих турелек. Ну, на ламбер все равно не хватает. Худомайн, сколько он достал тайда, на ламбера ему тоже не хватает. В итоге сол впереди по ламберу, по инкому, по вэлью чуть-чуть он проседает, но инком ему потом это все вернет. Кинги примерно одинаково апнуты, у Нисаба дерево больше. Сол еще есть вертолет под грифоном. Ну, также проблема здесь с 17-й волной. Да, ставит он вертолет и делает рерол сразу же. Ну, можно было подождать 12-й волны, там поставить еще грифона, например. И только тогда делать рерол. Так, Нисаба кидает на 12. Таким пиком он должен хорошо дефать. Так, Нисаба заказывает 7-6. Так, сделал. Не, ладно. Так, ой, тьфу. Это я соло тыкал. Соло есть теперь Марта. Не лучший юнит под его пик. Нисаба лепит 7-7. Апает турель. Третью.
накидал вот столько. Сол копит за пол кинга под 12-ю волну, если у него хорошая value. 7-7 он не делал, застраховался. Деф хороший получился, но на пломбира, наверное, не хватит ему. А нет, есть хватило. Отлично. Кингом он это все дефает и может копить дальше. Фудомайн апает пломбир, сам пускает 5 штучек без засыла. Кинга у него по сути нет. Слабо апнут относительно кинга соперника. Не саба апает кинга. Сол копит. Делает 7-8. Думаю, правильно. Вопрос только, чем ему самому дефать. Может быть, у него есть какие-то питлорды, и можно попробовать дефнуть под вертолетом. Фуди капнул тайда, получилось гидра. Ну, если у него будет хорошо апнутый кинг к 17-й волне, то он дефнет хорошо. То есть он может хил не потратить, и будет у него лейт пик хороший. Так, но сол не ждет. 17-ю волну кидает на 14. Так же, как он победил бугра, кинув много леса на 14-й. Тем самым он поднимет себе инком. Ну да, видимо, у него пик неподходящий, и он решил, что терпеть 17-й не вариант. Решил разогнать инком свой таким засылом. Так, две неапнутые марты доставляют. Ну, засыл так, не очень мощный. Думаю, пропуск будет не очень большой. Так. Оп, переключаем. Как бы нас потом YouTube не ебанул за это. Да, тут нищебродский пропуск. Не сабы заказывает ламбер сразу же. Сол тоже. Кстати, у них все ровно. Только у Нисабы пик получше.
Ну, скорее всего, он будет копить сейчас. Или он захочет две сотки сделать, потом копить. Так, 7-10 делается. Соул. Тоже 7-10. Так, что он продал, не заметил. О, есть минеры у него, отлично. А, ну, наверное, он морту еще поставил, да? Переролльнул и продал, потому что минеры появились. Да, под такой массовкой милишников, под вертолетом, мутанты хорошо будут бить 17-ю, но на 17-ю, скорее всего, засылать тут не будет. Не саба. Будет по КД апать Ламбер и апать Кинга. Ну, мне так кажется. Потому что у него у самого ДФ 17-го нет. То есть один Магнус, это как бы ни о чем. У него больше здесь пик на лейт. Не думаю, он здесь за апать 7-15 апнет Кинга и будет копить на 20 плюс много. Так, Сол понимает, что к чему. Лепит Ламбер тоже. Двенадцать не хочет. Так, ну саба делает 7-12. Потихоньку капает гидр. Так, тут апнулся грифон. Видимо, просто как юнит на танкование больше. И мутанты. Минеры пока что. 17-й. Сабы тут простейший деф. Ламбер он не делает. Побаивается, похоже, апает Кинга. Солт пропускает, при этом есть у него 1000 почти. Может, на 18-й какой-нибудь закинет. Отводов нет, продавать нечего. Ну да, ну как бы ему на 16 бессмысленно было доставлять минера, апать его зачем-то, он бы все равно не бехнул. Апает минеров. Хз, зачем? Не, ну я понимаю, что он боится засыла, но это нам видно, что не саба тут апается просто. И ссылать он не планировал.
Сап тут может пустить, кстати говоря. Больно хороший у него аура, конечно, под гидр. Некр. Сол. На 18 ничего не кидает. Но если он туда не кинет, то на другую волну смысла нет кидать. Но он, конечно, не знает, что там тайны. Сейчас вот он увидит, что тут фулл кинг и закажет ламбер. Уже заказывает. Да, кидает. Понимает, что скорее всего Нисаба тоже заломбился и убить он его не убьет. Так на инком подкинет, покормится. А по две морты. Не знаю для чего. Сделал бы Apple Ламбер смело. Ну, пропуск должен быть хорошим. Ну и да, поскольку у него кинг уже фуловый, больше у него никаких вариантов, кроме как апт ламбер, нет. Сол тоже делает. Хил сохраняет Нисава. Сол поднял себе инком. Видим, что повели он не отстает. Единственное, что у него кинг слабее. Проблема у него на 24. Еще и бары. Тяжело. Но у него есть хил. А, ну да, он ставит мутант. Будет реролить. Наверное, так. Ну, если фудик будет копить на 24, то с хилом он, скорее всего, соло там не убьет. Подкидывает на 20-й. Для расфокуса, видимо.
Сол 7.15 не захотел делать. Ой, некр у него есть. Ну да, теперь на 24 он точно не погибает никак. Апает бару, делает рерол. Вот. Так, ну здесь понятно, новый гидр. Тоже изи деф. Солда по атаку. Семь пятнадцать, видимо, не апает, потому что у него пик страдает на 24. Гидры, понятно, выигрывают. Мне кажется, здесь у них самые хорошие шансы закончить на 26. Например, закинув большой засыл, будет у него в районе, наверное, 8-9 тысяч. Сол кидает на 22. Ну, вообще нормальный мув, считаю, потому что считайте, кидаешь на 22, и ты еще можешь накопить на 28 хороший засыл, при том, что у него есть мутанты и ой, и питлорды, да. То есть он подкинул, грубо говоря, на инком и обеспечивает себе гарантию дефа какой-нибудь 27 теперь. То есть он там с хилом точно выживает. А, вот, и может копить. Но и плюс он как бы покормится нормально на 22-й. Гидр плохо дефует. Всего один Магнус. Вот. А проблема только в том, что не сабы давно копит.
Хз, что тут происходит. Несаба кидает на 23. Видимо, два демона он захочет кинуть. Потому что он, мне кажется, пропустит. Я не думаю, что у Соло будут проблемы с 23. Да и засыл не самый большой. Да, это простой деф. Фуловым кингом хил тут он не отдаст. Так. Ну... Даже с двумя демонами, я думаю, Сол нормально дефнет. Демона уже убил, потому что стакнул. Зачем дисципл? Тут с маной юнитов нет. Только ораклы вроде бы. И то у них нет маны. Непонятно. Так, тут даже мутантов он подкурил чуть-чуть одного. Второго. Кряки. Два демона и мелочь. Ну, посмотрим. Сплэша-то тут нет. Интересно даже. Тут все застопилось из-за мелочи. Лапы от кинга усиленно. Ну тут как бы да, простой деф. Ну и будут они скорее всего в 31 играть, хотя не сабит даже 28 нечем дефать, даже 27 нечем дефать. Интересно, что выберет здесь Сол. Ну вообще, получается, что у Соло преимущество по value сейчас на 1000. Но пик у него, конечно, не самый хороший. Сумонов у него никаких нет. Из-за этого могут быть проблемы. Ну не сабы.
и сажики были. О, видимо, реролльнул. Нашел вертолета. И раз он реролльнул, значит, у него есть, возможно, драконы. Либо мутанты. Так, ну пока он ставит просто три вертолета на все участки своей армии. Сол не строит. Точнее, строит не на все. Все. У меня есть ощущение, что он захочет кинуть 28, хотя это не очень правильно здесь. Просто у него... Он должен понимать, что у него пик плох для лейт игры против гидр. Хотя... Вообще, смотря на Нисабу, можно подумать, что у него это тайды либо первый пик, либо второй пик, и дальше он может найти все что угодно под эти гидр. То есть вероятность хорошего пика под гидр довольно велика. Ну и в принципе ранжовых юнитов Т6 ее больше, чем милишников, поэтому гарантия дефа 28-й волны, тем более хил есть довольно большая, поэтому короче, по логике сол слайд 28 не должен. Так, сам он тут нашел еще стимроллеров, реролльнул и нашел гидр. Вертолет у него есть, некр есть. Ну все, теперь они могут реально в 31 идти соревноваться. И там у Соло пик покруче будет. Потому что у Нисабы только есть куча гидр. И теперь он нашел фениксов. Видели мы, что у него перед этим он деревяшек нашел. Но они здесь бесполезны. Тут еще бара есть плюсиком ко всему. Драконы фапнет всех. То есть 5 питов. Есть хил. Есть хорошие тычки в виде мутантов. В виде бары. В виде стимроллеров будет. Ну и питы тоже хорошо пуляют. Плюс они еще и как бы сплушуют. Гидры танчить будут. Да, у Соло мне определенно больше нравится пик. Если, конечно, Нисаба что-нибудь не найдет на лейт. Каких-нибудь бар. Ну, ощущение вообще такое, что он уже сделал очень много реролов. И у него ничего нет. И вот он остановился на варианте Феникса, потому что... Ни хрень, 4 сотки. Стоят они строго сзади гидр, не умирают и вносят свой урон. Так, здесь 4500, типа. Тут 4. Ну, короче, разница совсем маленькая. В накопленном лесе у них, да и в вэлью тоже совсем никчемная разница. О, у Соло еще Лина есть. Совсем отлично. Парочку штучек поставить. Ну, а, вот уже у него две как раз и есть.
хиллеры это на лейт. Мана реген хз для кого? Не, ну под фениксов. Я уже говорил, что ранее было поставлено непонятно для кого. Но от феникса нашлись, это да. Да, 28 минут кто слайд не будет. Бессмысленное занятие. Тут и солы убивают побыстрее. Намного. Так, тут мутант, ап, ну все, танк. Танки даже. Оп, пора снова переключать. Ну вот, останется ему апнуть последнего пита. Дальше можно просто гидрами все затыкать. Ой, не саба. Ставит он хиллеров, пристов. Да, паура у него совсем. Печально все. Некро обоих есть, вертолет у обоих есть. Дополнительно у соло есть хил. Тролля у обоих нет. Но тут вместо хила вот у него вот эти пацаны. Цеповухой хилят и присты. С неплохим подманорегеном будут они выхиливать неплохо. Так, третью лину будет апать, видимо, к 31. Давай я пою пита. И потом уже гидр. Иначе толку от этого пита. Никого не будет. Так, отводы. Да, Нисабы, скорее всего, это... А, не, не последний. Вот, вот это, наверное, последний рерол. Драконы. Спавны.
Лучше бы он фениксов строил. Так, ну, престор апать, скорее всего, мне кажется, нужно. Да, у соло здесь все выглядит намного лучше. Даже башуры. Видимо, он их оставит танковать, хотя, наверное, лучше бы он ставил их сюда. Но не в последние вот эти вот слоты. Тут есть два слота. Сюда еще можно. Тут агриться нормально. А, он под этого. Под оракула. Ну, удача тут уже вряд ли поможет. Пик. У Нисаба хуже. Вампиризм. Под для трех морд, видимо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Убивают. Или не... А, не, вот убили. Сразу демона. Здесь тоже. Мутант всех накурил. Хилы есть. Value вроде цена 400, больше у соло всего. Так, что демона будет кидать на 33-ю, наверное. Нисаба тоже уже кидает. Так он кидает на 30. Ну да, на 33. Все правильно. Сол пока не засылает. Но именно по фокусировке у сола получше выглядит все. Тут все, конечно, под бафами этих оракулов. Вот, на следующую, да. Угу. На 34 решил кидать. Ну да, хилеры неплохо справляются под монорегеном. Нормально. Ну и чё, соло ломает раньше. И Нисаба побеждает. Даже с таким печальным пиком. А вот копил бы шоу на 28. Сразу было бы ГГ. Ну,
заслуженная победа Фудомайна.